Всем доброе утро, не обращайте внимания, что у нас на глазах это просто патчи, поскольку кое-кто вообще не спит, а им нужно выглядеть бодро и весело. Мы это делаем патчи, переоденемся, собираем вещи и спустимся вниз на завтрак. Ева! А ты что-то пришли? О, ты суки, еда, Подожди, что брать? Что брать? Ева, а где поднос? Семья. Нет, молоко закончилось. Ева! Ты что, не хочешь молоко? Семья. Мы пришли в номер к девочкам, и сейчас Николь будет нас заплетать. Да некуда деть гармошку. Да, если вы еще не поняли, почему у меня вот эта гармошка. Мы просто танцуем с аккордеоном, да, нет? Да. А еще я очень классно умудрялась подписать своими стикерами. Мы опять здесь. Мы опять подписались своими жилетами. Ничего нового. И вот опять мы здесь. Okay, these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude de LeBron nuts. Что тебе делать? Чего? Сейчас мне будут делать прическу. Я в очереди за гофре. Даша, скажи что-нибудь. Здравствуйте. Это мои глаза. Ты готова выходить на сцену в этот замечательный день? Конечно. Сейчас мне сделали гофре наверху, чтобы моя косичка, которую мне потом запишет Николь, была более объемнее. Пошел третий час. Вы можете, пожалуйста, рассказать, от чего вот эти штуки? От волос. Это тот свер, my bottle. И так забудешь свой телефон. Молодец. 6, 7, 8. Это дроп от Макара. Меня зовут Артур Рахимжанов, я из города Владивосток, я люблю маму, звоню и пишу, люблю папу, звоню и пишу, и кота. Люблю покушать, еще у меня есть кот, Кишан, вот, любите моего кота, обожайте, целуйте, отправляйте за него смски на номер 3298, я люблю Кишу, вот, эти смски пойдут на покупку корма для него, я пошутил, если что, не отправляйте туда смски. Семья. Мне так нравится приближать, это так необычно. Это так необычно. Это очень необычно. А теперь необычно, а теперь обычно. Да уйди ты. Вау. Это необычно, да? Это необычно. А где все? Пойдем смотреть концерт, поддерживать нашу группу. Вашу? Мою. Концерт уже начался. Вот, но мы вообще закрываем весь концерт. Мы во втором отделении, самые последние. Поэтому, не знаю, мы будем через много часов. Ой, смотрите, там какой-то движ. Давай, олимпийский.
прическу. Еще раз накрасилась. И мы уже ходили в наши костюмы. Посмотрите, да, это наши костюмы. Сейчас мы возьмем наши аккордеоны и пойдем на сцену. Мы уже сейчас идем на сцену. Я попрошу Еву, чтобы она засняла вам наш танец. Сегодня мы приехали на третий день фестиваля, то есть самый последний. И сегодня мы узнаем, кто что выиграл, или, может быть, мы вообще ничего не выиграем. Короче, сегодня будет награждение, нам скажут, кто какие занял места. Это очень волнительно, и, боже мой, мне на самом деле очень страшно. А потом у нас будет концерт Кристиночки Си. Пишите мне на почту. У нас летний батл, и поэтому Катя может разыграть эту путевку. О, я могу разыграть эту путевку. Вот, видишь, если вы не против, пишите в комментариях. Да, класс. Если ее можно переэтовать, то я переэтую. Ева, объясните, пожалуйста, почему ты заряжаешь телефон из земли? Хотите, я вам покажу фокус? Та-дам! У нас розетки под полом, понимаете? Под полом. Ребята, мы переоделись в наши любимые толстовки Тодд из Казани, которые нам вчера раздали. И сейчас идем на концерт Кристины Си. Ты рада? Очень. Мы все танцоры, о боже! I just fade away. Приятного аппетита! Мы пошли кушать. Это очень жалко, потому что все, закончился наш фестиваль. Только что вы сказали, что вы все были молодцы. Just fade away.